Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев пересмотреть регламент и одобрить новые иммиграционные законы простым большинством. Президент подчеркнул, что агенты погранслужбы не могут выполнять работу должным образом из-за либеральных законов, позволяющих отпускать задержанных нелегалов. США заблокировали проект заявления Совбеза ООН, позволяющего расследовать обстрелы Израилем массовой акции протеста палестинцев в секторе Газа. По утверждению властей палестинской автономии, израильские силовики убили в пятницу по меньшей мере 15 человек. Бывший профессиональный баскетболист Мэтт Барнс возглавил субботнюю акцию протеста в Сакраменто, Калифорния. Поводом для акции послужило убийство полицейскими безоружного афроамериканца Стефана Кларка 18 марта. Вскрытие установило, что в него было выпущено 8 пуль, 6 из которых попали в спину, что противоречит версии полиции. Католики и протестанты по всему миру отмечают сегодня Пасху. В США в этот день многие американцы посещают пасхальные службы в церквях, а затем собираются в семейном кругу за праздничным столом. Известен обычай раскрашивать яйца на Пасху. Яйца затем прячут в траве, где их разыскивают дети.